Я вам уже показывала нашу комнату, в которой я сплю с годовалым сыном. Напомню, я сплю с ним на полу на полуторасспальном матрасе, но в последнее время я стала ощущать дискомфорт от того, что нам стало тесно. То сын заденет мне ногой по голове, то случайно ударит рукой и так далее. Честно, у меня фобия. Я боюсь, что как-нибудь он случайно выбьет мне зубы. Оно мне надо? Конечно, нет. И сегодня мы расширили наше спальное место. Ура! Причем инициативу проявил муж. Спасибо. Итак, он разобрал кровать, которой мы не пользовались, и унес каркас на третий этаж. Так как под кроватью скопилось много пыли и мусора, я пропылесосила и помыла полы. Потом муж положил матрас от кровати вровень с нашим полутораспальным матрасом, на котором мы спим вот уже полгода. И вуаля, у нас получилось аж 3,5 спальное место. Такое вообще бывает. Я, конечно же, опять обезопасила периметр и положила подушки в щель между стеной и нашими матрасами. Мэтт тоже все это время нам помогал. Ну все, теперь нам будет еще уютнее. Как вам наше спальное место?